Приветствую вас, дорогие друзья, в игрушке Жизнь после. С вами канал Алекс Плей, и мы продолжаем играть. В этой серии нам нужно будет найти собачку для Бухари. Это прикольно, ребятки, потому что Бухарь переживает сейчас, у него душевные расстройства. Я думаю, собачка ему поможет в этом нелегком деле. Может быть, он перестанет выходить куда-нибудь, какие-то вылазки делать, убивать гребных фриков. Может быть, он будет поаккуратнее. В общем, мы хотим сделать Бухарю приятное. Вот. Потому что у него какие-то душевные проблемы. Душевные невзгоды. Надеюсь на ваши лайки и комментарии. Где-то здесь может быть собака. Давайте посмотрим. Нужны какие-то следы. Так, найти. Намадов. Я таких уродов уже видел. Пес должен быть где-то здесь. Так, окей. Сейчас посмотрим. А как мне выследить пса? Ну, он навряд ли дома будет. Вы думаете, пес дома? Я думаю, пес где-то на улице. Сюда, псина. Где ты там? Ладно, посмотрим. Так, есть предположительное место. Где-то здесь. Да, где-то здесь. А, вот. Где бы я жил, будь я собакой. Ну-ка. Где бы ты жил, и будь следы. Ты собакой? Но они не похожи на волчьи. Это хорошо. Так, нам туда. Окей. Пошел ты нахрен, тварь. Так, где-то здесь. Так, что там? Давайте по одному. А, нравится? Я думаю, тебе уже пофиг. Так, где-то здесь. Где-то здесь будет продолжение следов. Вот, вижу. Они зашли в дом, да? Следы, в смысле следы. Ну или собаки, может быть их много. Так, через дверь, я так понимаю, не пройдешь, да? Надо через крышу. А, вот, вижу. Ты сможешь сюда залезть? Не может. Сюда он не может залезть. Вот, кажется, стол. Через стол тоже не может залезть. Лестницу, возможно, надо найти. И попробовать через крышу. И где же тут лестница? Так, лестницу надо сначала найти. А, вот, 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 вот. Давайте посмотрим. Так, а чё? А, ну вот. Можно было самому догадаться. Пёсик, выходи. Он зашел куда-то сюда. Это что такое? Паспорт чей-то? А, это книжка. Так, 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 так. Да где же ты? Заперто. Я же не зря заходил в дом. А, вот! Смотрите, он сам заходит в дом через вот эту конуру. И куда дальше? Куда дальше? Так, ну тут кончаются его следы. Он где-то по-любому дома. Надо повнимательнее поискать. А это комната? Да, это комната. Пёсика. А, мы сейчас приманим корм. Поймать собаку. А как использовать корм? Манок. Не идет. Так, мне теперь выйти надо или что? Я нашел корм. По идее, если я нашел корм, я должен его высыпать. Ну где он находится? Ладно, давайте выйдем, наверное. Черт! Да черт, блин! Будь аккуратнее. Так, хорошо. Может просто отдохнуть? Давайте поспим. Может, песик сам придет? Отметина от зубов. Ага, это кто-то грыз. А, так. Так, мне не надо было спать. Тут с человеком он ходил. Надо вот его посмотреть. А, хозяин его погиб. Ну-ка, 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 ну-ка. Слишком много следов.
Хорошо, выходим. Я так понимаю, надо выйти, да? Или я ошибаюсь? Вот сюда нам надо идти. Точно. Она где-то. Вот она. Давай. Бам. Получай, тварь. Отлично. Песика. Песик, песик, песик. Шарик. Собака, выходи. Так это вообще щенок даже. Эй, дружок. Нифига себе. Привет. Как он выжил? Как поживаешь? Андрейка, забавно. Как в Last Day прям. Привет. Иди сюда. Вот так. Привет. Давай, иди сюда. Иди. Какие-то они непрорисованные животные. Хватит, хватит, хватит. Ладно. Будь по-твоему. Ладно. Мне кажется, животных как будто бы в торопясь, да, рисовали. Делали. Но какие-то они непрорисованные, мутные какие-то, странные. А так все, окружающий мир очень хороший. Люди хорошо прорисованы. Чего-то не хватает. Ну, когда будет у меня 4К, тогда явно будет намного лучше. Может быть, и прорисовка будет лучше. Я надеюсь. Хотя вообще лучше ждать PlayStation 4, наверное. Ну, и то, не фиг его знает, сразу покупать его или нет. Вдруг, вот сначала же появилась PS4, а потом PS4 Pro появилась. А вот и подарочек. Эй! А ну давай, просыпайся, лентяй. Я чё-то не понял. Это что? Чёрт. Так не убей её. Собачка. Как дела, малыш? Эй, куда? Ну куда? Погоди, погоди. Откуда ты взялся? Я ни при чем. Да-да-да. Эй, ты пить хочешь? Давай. Нальем тебе воды. Хочешь водички? Ну, собака — это хорошо. Жирность — это круто. Все, надеюсь, брат. Брат теперь не захочет умирать. Будь по-твоему. Отлично. Плюс еще одно очко. Я уже не знаю, куда тратить. Что-то много очков. Пока что не буду тратить, покоплю, а потом посмотрю, на что потратить. Так, ну что ж, тут мы все сделали. Давайте теперь пойдем. Трофейная охота какая-то, да? Дик, ты меня слышишь? Надо встретиться. Слышу, да, чего тебе надо? Я занят. Слушай, я знаю, ты пытаешься помочь лагерю, а я хочу помочь тебе помочь лагерю. Я буду ждать тебя у дома. Конец связи. Помочь он хочет. Ну смотри мне. Так, я, наверное, хочу вот эту сейчас купить. 2500, да. Определенно покупаю. 30 дней, возврат денег, при условии, что ты не притащишь это обратно. Так, ага. Отлично. Ну все, вроде есть, да? Так. Вот так. Глушак. Ну теперь у меня 2 дробовика получается. Это у меня дробовик, да? Ну окей. Окей, посмотрим. Заходи почаще. Так, сейчас зальем бензина. Что-то неладно намечается. Доступна работа какая-то. Эй, Дикон. Сейчас как посмотрим. Дела, Бас? Так, заправим. Все будет. Байк совсем раздолбан. Характеристики. А что мы там хотели прокачать? Так, ну я даже не знаю насчет этого. Давайте идем дальше. Вот, хорошо. Подвеска, я думаю, нужна. Смотрите, подвеска лучше и прочность. Покупаем. Что еще предложить? Отлично. Так, нитро тоже я бы хотел, наверное, купить. 1500. Да, ну все. Это хорошая вещь. Больше пока что не хватит. Ну да, ладно. Ничего путного. Оставим на патроны, там на аптеке, может быть. Да, блин, я запутался. Заходи позже, будет новый товар. Двупёс вернулся. Что? Где? Скажи, где он? Я его спугнула. Джереми погнался за ним. Да, я пыталась его остановить, но... Твою мать, где Рики?
Джереми проследил за ним до старой лесопилки. Похоже, что двупёсы прячутся в заброшенном лагере Нера. Ладно, я с ним разберусь. Кто такой двупёсы? Я хочу, чтобы ты принес его нож. Что? Тебе нужно доказательство? Хорошо, ладно, да, как скажешь. Не упусти его, Дик. Кто знает, скольких людей он угробил. Да, я понимаю. Так, ну ладно, давайте быстренько сейчас разберемся. Блин, почему он так медленно ходит? Диконс. Так, тут еще одно задание. Забота о безопасности. Сен-Джон, как дела? Давайте, наверное. Хотя мы за двупёсом сначала пойдем, да? Трофейная охота. Опыт, значит, дадут нам. Лагерь Железного Майка плюс 700. Нормально. А потом мы вернемся в лагерь и уже займемся другим заданием. Я думаю, мы успеем. Эй, постой. Нет, не буду стоять. Некогда мне стоять. Погнали. Так, тут 400 метров. Сейчас мы легко это сделаем. Небольшие фризы, хотя PS4 Pro. Это не смертельно. Ой-ой-ой-ой-ой. А вот это могло сейчас быть смертельным. Я на лесопилке. Иду за ним. Осторожно, Дико. Помни, что... Что здесь хреново туча фриков? Забудешь их. Твою ж мать. Спасибо, отбой. Твою ж мать, я байк утопил. Ну как так можно было? Охереть. Придется пешком топать, ребят. Байк мой вернут. Блин, бедный байк. Хорошо, что тут недалеко. Вот так нельзя делать, ребят. Если вы хреново где будете находиться, вам потом нужно будет пешком возвращаться. Странно. Но я могу совершить быстрое перемещение. Хотя байк не рядом со мной. Это очень-очень странно. Но это хорошо, ребят. Попробуем так и сделать. Потому что я не хочу пешком переться. Подойдем поближе к байку и сделаем быстрый переход. Да? Можем сделать. Ну-ка. А тут уже нельзя. Ну, ближе к байку подойдем и сделаем. Надеюсь, получится. Так, посмотрим. Быстренько их всех завалим. What the fuck? Что-то нехорошее, ребятки, тут. Нехорошее у нас тут намечается, мне кажется. Я, кажется, смотрел трейлер, и побегут куча зомбарей. Где ты прячешься? Куча зомби будет, да, боже мой. А как я смотаюсь, если у меня нету байка? Что-то случится, и пойдет орда зомби. Я просто видел это в трейлере, это будет очень страшно. Не в трейлере, но, в общем, в каком-то видео. Еще один участок Неро. Может, в передвижном медпункте что-нибудь найдется? Где-то вот, вижу его. Так, тут надо как-то, тут можно как-то обойти. Передвижной пункт Нера, это очень здорово. Так, тут по периметру. Тут где-то можно зайти. Должна быть лазейка. Да нахрен с тобой? Уже здесь. Так. Возьмем ништяки. Подходим к Курпецкому. Ой, боже мой, это будет страшно. Вылазь, паскуда. Теперь ты сразу возьмем. Ну, конечно, вон орда. Самбарей. Я с тобой никуда не пойду, понял? Вот он где. Двупёсый! Бежать тебе некуда, братан! Какой он тебе, братан? Где он? Куда он побежал? Мы рядом. Канай отсюда, сучара! Я тебе ничего не сделал! Вали! Ух ты, нихрена себе!
Топили. Вот так. Вряд ли ты теперь будешь отрезать уши людям вместо фриков. What the fuck? Короче, я не хочу их трогать. А что, уже поздно. О, боже мой. Так, нормально. Давай, давай, давай. Да сдохните, падлы. Слушай, ну хорошая штучка, неплохая. О, боже мой. Их что-то слишком много. Может, какой-то манок есть? Давайте. Он же взрывается, этот манок. Так, это для отвлечения. Так, отлично. Давайте, давайте, собирайтесь. Вот так-то лучше. Тут их много, блин. Так, ну здесь больше не полезут. Тут, значит, есть нейра. Почему бы нам... Почему бы нам это не зачистить? Так, что для этого нам надо? Так вот. Бензин сразу давайте возьмем. Для этого нам понадобится бензин. Отлично. Так, сразу, значит, что сделаем? Чтобы не шумело. Так, вон я еще вижу одну. Так, давайте возьмем вот так. Отлично. Надеюсь, не будет шуметь, ребят, иначе нам хана будет, они сбегутся. Поэтому лучше сначала по периметру проверить все. Так, а где генератор? Где гребаный генератор? Надо по проводам найти. Вот, нашел. Отлично. Отличненько, ребятки, все. Вот так. Заливаем. Готово. Я лучше сразу перебинтуюсь. Так, ну с богом. Ура, зеленый свет, зеленый черт. Сейчас они все сюда сбегутся. Хера себе, тут везде. Тут их очень много будет. Ладно, посмотрим. О, ребят, их очень много будет. Их до хрена будет. Так, в общем, я даже не знаю. Подожди, 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 подожди. Значит, мы сейчас здесь, в одном из контейнеров. Тут два контейнера. Нам надо в другой перейти. По идее, вот этот. Нет. Нет, закрой, закрой. Закрой, пожалуйста, прошу тебя. Закрой эту херню. Закрой, закрой, закрой. Отлично. Подожди, а где стимулятор? Неужели тут не будет? Я только из-за него и шел. Тут его, кажется, нету. А если я просто переночую? Вот, кажется, нет? Это тоже не то. Нахрена я сюда попёрся, боже мой. Я думал, тут будет этот грёбаный стимулятор, но тут его не было. Вот я сейчас в этом контейнере нахожу. Есть другой контейнер. Мне надо сейчас... Мне надо сейчас к нему, да? В него попасть. Сохранить нельзя.
Вот сюда мне надо. Да. Закрой, закрой, закрой. Да закрой ты дверь, пожалуйста. Так-то. Так, все, ребят, отлично. Успокоились. Все, нашел. Да. Инъектор Неро. Ну, вот тут либо, конечно, здоровье, либо концентрация. Улучшение. Так, ну давайте здоровье. Здоровье это всегда круто. Пригодится. Плюс 10, что ли, да? Нормально. Потом, наверное, концентрацию прокачаем. Хера себе. Так, вот, я понял, куда. Валим. Все, валим отсюда, ребят. Вот за манок. Давай, иди глянь, что там. Да, блин, ты еще живой? Так, осторожно. Фугас потом. Короче, нахрен. Надо валить, ребят. Надо валить до байка. Тут как-то можно будет... Как-то можно вот эти срезать. А, палеты, да? Как-то можно срезать. Но я вот не вижу, где тут можно срезать. Нахрен с вами. Не, ну это жестко. А, он по... О. О, блин, по два патрона стреляет. Он по два патрона стрелял. Блин, я даже не знаю, как это зачищать теперь. Жестко. Немножко я, конечно, труханул. Можно было поэпичнее это все сделать. Так, ну что, вроде никого нету. Могу ли я сейчас туда попасть? Быстрое перемещение. Так, не могу. Надо ближе к байку подойти. Где мой байк? Так, здесь я его потерял, да? Я выживу, если вот так аккуратненько упаду. А знаете, что мы сейчас сделаем? Подожди, мы просто рядом с байком стоим, да? Ну-ка, теперь. Да, теперь есть быстрый переход, отлично. Боже мой, я уже испугался. Достаточно просто рядом с байком находиться, неважно, куда он упал. Какую бы пропасть не упал, если будете рядом с байком, то все у вас будет хорошо. Вроде как. Хера себе, ну их там много было, ребятки. Поэтому мы сделали более по-тихому. Самое главное, выполнили задание и сбежали. Ну, открывайте уже. Открывайте. Ему можно. Так. Дикон. Рада видеть. Новая пушечка неплохая. Клэр, как поживаешь? Ага, ладно. Ага, ладно, как поживаешь? Ага, ну ладно. Ага. Замечательный ответ. Эй, Дик, ты уж будь осторожен. Так, что у нас тут есть? Трофейная охота. Давайте сразу сдадим товар ей. Вот его нож. Слава богу. Когда Джо Хеслин узнал, что он вернулся... Он был в ужасе. Ох, я так рада. Да. Ну, до встречи, Рики. Плюс 4000 опыта. Лагерь Железного Майка. Плюс 700 доверия. Потихонечку растем. Это хорошо. Так, ну тут у нас еще одно задание купи будет. Что-нибудь. Давай, раз. Посмотрим. Что там у тебя есть? Над байком точно нужно поработать. Черт, тебе нужны тонны топлива. Ну да, ладно. Так, улучшать пока не будем, в принципе, он довольно-таки, довольно-таки хорошо развит. Подожди, 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 теперь нам надо вот сюда, окей. В главное здание. Отлично. А по-другому никак нельзя было?
Боже мой. Ладно. Все, мы на месте. Ну, давайте узнаем, что там ему надо. Бам! Вот так надо входить. Ну, я пришел, что хотел. Стой. Ну-ка, иди сюда. Шиза, в чем дело? Ты зайди внутрь, и я покажу. Что он хочет сделать? Убить меня, что ли? Может, я подумал над твоей идеей. Приревновал? Завалить вход в ту пещеру на севере, чтобы орды перестали переть через наши фермы. И что? Все уперлось в то, что Майк не смог найти запальный шнур. Ну? Я знаю, где его взять. Вот здесь. Ну уж нет. Знаю, что ты думаешь. Нет. Понимаю тебя. Это территория упокоителей, когда я в прошлый раз туда полез. Ты добыл лекарство и спас нет. друга. Добудем шнур, взорвем пещеру, бух, прощайте, фрики. Угу. Это же была твоя идея. Слушай, они перекрыли свою границу, они закрыли тоннель. Если я туда полезу, начнется война. Я понял? Разберусь. И вообще, я пойду с тобой. Прикрою тебе спину. Ты только вооружись получше, хотя, если повезет, это не понадобится. Встречаемся здесь. Через Iron Ridge есть тропа. Что? Вот да здесь. Что ты несешь? Поверь мне. Да ладно. Идем? Ну, до встречи. Не стоит ему доверять. Я думаю, он приревновал к девушке. И хочет мне как-то отомстить. Проехать к указанной точке. Интересно, интересно. Фух. Где мой байк? Я думаю, в другой серии, наверное, продолжим играть. С вами был канал AlexPlay, ребятки. Следующая серия будет крутая, эпичная, интересная. Так что, я надеюсь, на...